Компания «Эталон Меха» распахнула свои двери для шымкентцев и гостей города. Выставка-продажа вернулась в Шымкент, чтобы вновь удивить разнообразием и невысокими ценами. По просьбе жителей Шымкента мы решили продлить свою выставку еще на неделю. У нас были новые поступления шуб из норки и мутона. Появились интересные модели из песца, лисы и чернобур. Выбор шуб сейчас очень большой. Цены, как всегда, вас приятно удивят. Покупка шубы – это отличное вложение средств, особенно в период кризиса, уверена Акниет Шайзадеева. Купишь один раз, а проносишь не менее 10 лет. Сегодня Акниет приехала в торговый центр Аль-Фараби именно за шубой. Я давно хотела купить себе шубу. Здесь нереальное количество шуб. Конечно, хотелось бы выбрать несколько, но я уже определилась и решила купить вот эту шубку. Я так довольна, что именно в нашем городе проходит эта выставка. И у меня появилась возможность сделать себе уникальный дорогой подарок. Уникальный покрой, модельный ряд и размеры покоряют даже самого капризного клиента. Теплые качественные шубы нашли постоянных поклонников не только на севере страны, но и у нас, на юге Казахстана. К тому же на выставке продажи работают специалисты, которые подберут изделия по фигуре клиента, и эксперты, которые подскажут, как правильно выбирать верхнюю одежду, оценивать ее качество и пошив. В этом сезоне представлены как классические, так и эксклюзивные модели. Любители натурального меха непременно оценят большой ассортимент изделий из норки и мутона. В качестве продукции можно не сомневаться. Каждая шуба имеет чип с информацией об изготовителе, поставщике и материале. Покупку можно оформить в рассрочку или кредит. Выставка-продажа продлится в торговом центре Аль-Фараби по Тимирлановскому шоссе до 13 ноября. У каждой модницы еще есть отличный шанс приобрести шубу своей мечты.